Всем привет, ребят! С вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Это 67-й день. 67-й день пути новичка. Когда сегодня мы немножечко разочарованно будем играть в игру, потому что, сейчас объясню. Вообще проблем, собственно, никаких нет. Единственная проблема, наверное, которая касается именно, например, меня в этом плане, это испытания. Казалось бы, что пройти испытания получится полностью, но не тут-то было. Дойдя до старшего бога, понял, что там будет все очень и очень сложно. Почему? Давайте перейдем сразу же. Здесь, конечно, я продолжу играть, но чуть позже. Именно в самой классической Sony я прошел только лишь там, где можно играть в преисподней. Я, наверное, пройду еще и третью, и первую часть. Но вторую и пятую я не уверен, потому что здесь требуются Джейсон Вурхис и Кано. Проблема вся в том, что Кано у меня как такового нет, да и Джейсона Вурхиза тоже, потому что Кано у меня есть только лишь, давайте даже промотаем, серебряный, насколько я знаю, у меня только серебряный, мне больше никакие Кано не выпадали. Серебряный Кано у меня настолько не прокачанный, что я даже его не вижу. Не, он 100% у меня есть где-то. Может, даже есть какой-нибудь золотой Кано, но не прокачанный, это 100%. Потому что, ладно, давайте вот фильтр карт заюзаем, так быстрее будет, потому что я в глаза долблюсь немного, не вижу ничего. Так, Кано, вот, у меня есть два Кано. Но при этом один, ну хотя, знаете ли, четвертого слияния, если его вкачать, еще что-то сделать можно будет, да и с серебром тоже. Ладно, пока разочаровываться, конечно, не стоит, но тут должны быть только персонажи Кано и Джейсона Вурхиза. А так как у меня получается только лишь два Кано, а Джейсона Вурхиза-то и в помине нету, вот видите, ноль Джейсона Вурхиза, то в принципе-то я не смогу пройти это испытание. Единственное, что вот данную часть можно хотя бы скипнуть, чтобы, ну, вот, например, монеты обменять на души, что уже не так плохо, что я обязательно и сделаю, потому что, ну, монеты мне поскольку постольку, а души всегда нужны. Ну, тут еще немного монет надо будет заработать, 18 тысяч скипнуть тоже. Тогда смысл есть, и поэтому я все пройду, кроме вот пятой части. Вот такая вот ситуация. Ладно, немного погундел, теперь можно начинать играть. Поехали! Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. И самое главное, помни, на сайте gamegold.ru самые низкие цены и самая быстрая доставка. Ну и что ж, давайте, наверное, попробуем. Джейд, кожаное лицо. Это, кстати, сложный бой достаточно, потому что мало того, что это вампиры, так еще и перебивают дико. Тот же кожаное лицо, он выскакивает. Джейсона Вурхиза не добить просто так, потому что, ну, наносишь по нему урон, ни привязку, ничего не заюзать. Потому что, опять же, наносишь по нему урон, он просто-напросто берет и игнорирует его. Он уходит, потом тебе по щам дает. Плюс здесь еще этот есть дебильный шар, вот который только что прилетел по Джейд. Поэтому вовремя нужно еще юзать смену. Потому что если вовремя смену не заюзать, то прилетает шар, оглушает тебя, и ты погибаешь. Вот такая вот ситуация. Поэтому здесь надо удар и сразу же ментальная замена. Ну, здесь ладно, здесь замена не особо нужна. Она нужна больше при другом персонаже, вон, при том самом, который сейчас загрузится и, скорее всего, прилетит по мне. Вот этот шар. А здесь прикол в чем? Здесь в чем прикол? Что его-то не привязать. Он сейчас сменится. Опа, все, отлично. Вот тут окей, все, получилось. Все, не
больше говорить про эти проблемы не буду, потому что Шар меня добивал основного персонажа, это Скорпа, и я пройти не мог, потому что, ну, Скорпион поджигает, он наносит классный урон, и поэтому бой довольно-таки сложный для меня был, я одну попытку на него потратил и не прошел, поэтому и начал с него. Плюс у меня там и попытки были, закончились. Но оказывается, ладно, кое-как проходим, и окей, потому что, ну, блин, тут до 180-го осталось, в принципе, не так много. И поэтому, если все будет идти гладко, то сегодня мы уже перевалим за 170-й, ну и там останется немного. Притом я, кстати, прошел поединки, где по 700 тысяч персонажей было, там более-менее проходимые поединки оказались. Не было, собственно, проблем. Поэтому сейчас у меня здесь и есть персонажи, которые, собственно, ну никак не влияют на то, чтобы мне помешать как-то пройти. По 300 тысяч здоровья у них всего. Но опять же, тут тоже есть небольшая проблема в двух персонажах, которые прям дико бесят. Очень дико своей тактикой игры. Вот видите, это топор называется. Ну, тут он не повесил на меня его, но в любой момент может. Все, и теперь я замениться не могу. Ну, единственное, что можем хотя бы привязать его, потому что если я сейчас рискну меняться, то, короче, он нанесет по мне дичайший урон. А единственное, что может его в оглушение сейчас можно будет загнать и потом смениться. Не знаю, получится или нет, но в оглушение-то он топор вытянуть не сможет. Давайте попробуем. А нет, вы видите, он тупо проигнорировал оглушение и вытянул топор. Блин, ну это надо было проверить, поэтому не просто так, все было сделано не просто так. Главное, чтобы Джейсон Вурхиз не выскочил в какой-то момент. Но он тоже здесь на меня топор повесил. Но он, когда его достает, он тоже наносит дэмэдж, поэтому это вообще неудобная тема. А, здесь шар по мне прилетел. Блин, вот это да, это опасно было, потому что шар мог оглушить. Но я вроде заблокировался, поэтому мне немножко повезло. В этом плане, почему спецприем не заюзался? Чё за бред, я ж его заранее нажал. Не, ладно, конечно, я как бы не особо-то на эту тему парюсь, но все равно, я нажал его заранее, это видно было. Я думаю, вы видели. Но, опять же, игнорируют персонажа, им все равно. Им вообще все равно на то, что здесь происходит. Они своей жизнью живут, как будто бы, и забили, в принципе, на все происходящее. Так, здесь у нас есть... А, ну, хотя он нам урона не нанесет. Вроде он спасает только, точнее, наносит Fatal Blow при добивании персонажа МК-11. Поэтому вроде сложности никакой не должно быть. Ну, сейчас посмотрим, опять же. Прилетает шарик. Мы здесь делаем добивание. А он еще и в оглушении. Вообще замечательно. Хоть что-то, хоть когда-то оглушил этот шарик. Но тут, кстати, надо бы вот такое вот добивание делать сразу же замену, чтобы вдруг он еще и добивая... А, нет, смотрите, он даже не выскочил в защиту. А ладно, хорошо. Не, мне-то удобнее на деле. Мне-то в разы удобней. Так, сейчас попробуем все-таки замену сделать. Вот здесь вот. Все, отлично, шар прилетает. Вот, супер, супер. Здесь прям очень хорошо все пошло. Так, добивающий и... Ну, тут да, тут вот единственная проблема, то что он оглушает. А оглушение он вешает прям дичайшее. Ну, оно очень долго длится. Так, ну здесь мы его перебить сможем. Ну, прям, не знаю, не знаю. Не, вообще, вообще легко. Пока, знаете, лайтовые такие поединочки. Мне нравятся, они легкие, они несложные. Вот такие бы всегда в башне смертельная, чтобы все без особых проблем проходили эти бои и радовались жизни. Но игра не хочет, чтобы все радовались, она хочет, чтобы все страдали. Но вот в этом-то вся и печальная проблема вот этой вот всей движухи, когда игре не понять, что мы от нее хотим. Ладно, смотрим дальше, что будет сейчас происходить, потому что тут остается два поединка. Люкана поставили не первым, поэтому оглушения в начале боя не будет. Можно не меняться на Кабала. Но мне говорили, как Кабан читается, поэтому Кабала получается какая-то. Ладно. О, здесь тоже несложный поединок. По-моему, со 172-го пойдут уже такие довольно жирненькие персонажи. Хотя там тоже несложный, потому что здоровье-то отнимается в разы больше от огня. Поэтому приблизительно все поединки плюс-минус одинаковые. Если вы видите здесь 800 тысяч там на персонаже, то для Скорпиона эти 800 тысяч то же самое, что и 100, и 50 с его прожиганиями. Вот об этой теме я говорил, когда по вам прилетает шар и
Вот такая вот ситуация возникает, довольно ужасная, ужасная. А, вот, и один раз, вот как раз-таки на том самом 166-м, или какой там 168-й поединок был, именно где было кожаное лицо и Джейсон, вот там как раз-таки, по мне, шар прилетал, он оглушал Скорпа, и из-за этого не давал пройти мне этот поединок. Ну, сейчас, как вы видите, без огрехов каких-либо. Еще, кстати, вот я помню момент, прям дико бесил, когда вот он выбирал какого-нибудь медведя, либо волка, и столько времени тратилось. Но это ладно, тут самое главное, что в такие моменты ты просто не мог не ударить по персонажу, а если ты использовал спецприем, то он только промахивался, только что. Но это именно когда только-только вышел этот персонаж было, сейчас не знаю. Я не особо тестил ночного волка, поэтому хз. Как бы он у меня даже не особо прокачан на основном канале. О, а к аккаунте, в каком канале? Эти каналы. Поэтому да, да, такая ситуация. 3808 монет. И мы достигли уже 171 поединка. Ой, ветер Арктики. Наверное, это сложный бой будет. Ну, ветер Арктики — это всегда сложно. Это же заморозка, по-моему. Плюс замедляющий эффект морозилки есть. Плюс, по-моему, его не истощить. А нет, истощаются. Все? Не-не-не, не все. По-моему, скорпионы не истощить здесь. Блин, со скорпионом траблы будут. Потому что вроде скорпион, он не истощаемый. Я могу ошибаться, но, по-моему... По-моему, его нельзя. У него иммунка. По-моему, у скорпиона иммунка. Блин, и со скорпионом тогда траблы возникли. Прям жесткие, к тому же еще... Так, ну его добили. А, и видите, на меня прям легла заморозка сразу же. Идеально прям. Да, 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 видите, его не добить просто обычным каким-нибудь ударом. Он игнорирует иммунитет к огню. Я не знаю, иммунитет ли есть кровотоку, если кровотечение еще более-менее работает. Да, снова заморозка. Блин, это печальная ситуация, конечно. Это дико печальная ситуация. Так, и огонь на него не повесит, да? Ну, хотя бы от замедления избавляться. Если он на меня яд будет на постоянке вешать, а я ему на постоянке буду увечья вешать, то, в принципе, есть смысл пройти этот бой даже. Да, видите, после каждого нанесенного спецприема... Блин, не дает мне... На, бля, ну какое же замедление конченое на деле. Наверное, снова сейчас он на меня заморозку сразу же после нанесенного спецприема повесит. У меня нет вообще шансов сопротивляться ей, да? А нет, смотрите, все-таки рандом. Либо у меня сопротивление сработало. Я не обратил внимания, я не прочитал инфу. Да, ну, хотя вот снова заморозка. Угу. И сейчас из-за того, что я даже в оглушение его загнать не могу. А, ну, хотя ядом он травится. Можно замену делать на данного персонажа, и все будет окей. Тут за... привязка, но опять же, сейчас я замену, может, и сделаю. Но давайте-ка замену мы сделаем на данного персонажа. Ну, оно читаемо просто, оно здесь было читаемо. Так, может, если он еще и на привязке, может, мы еще сможем повесить ему кровоток. Если он получает урон от яда, то, в принципе, на кровотоке он тоже будет получать неплохой урон. Плюс кровоток очень долго держится. Ну да, по 11к отнимается. В принципе, немало. И плюс кровоток до сих пор еще висит. Ну хотя, блин, он уже исчез. Это печально. А, еще и заморозка легла. Все, хана персонажу. Блин, ну тут, конечно, вообще не варик было терять его. Но тут защита сейчас, поэтому смысла не вижу делать что-то иное. Сложный бой будет, довольно-таки сложный. Я не уверен, что его прямо сейчас пройду. Притом я на смене сыграл. Эх, почему не восстанавливаюсь еще при заморозке? Ну я нажал на спецприем, я не могу так быстро двигаться. Мне не получается. Так, надо спецприем снова. Я не хочу, чтобы замена сейчас была на другого персонажа, потому что я хочу добить хотя бы этот кусок говна. Так, если тут заморозка сработает, а она сработает в любой момент, то все, это пиши, все пропало. Даже при том, что я добил этого Скорпа, при том, что он не на яде был, и не на огне, и не на кровотоке, он вообще ни на чем не был. Ладно, это последний удар, но пока, смотрите, заморозки нет, поэтому все шансы имеются. 10 тысяч плюс
Сколько у него останется? 500, блин, и заморозка, серьезно? Ну, камон, блядь, ну, серьезно. Ну, это кал полный. Ну, вот про что я и говорю. Такие вот дебильные поединки, где эффект по 700 тысяч еще к тому же. Ну, это прям дичь какая-то, серьезно, я не знаю. Просто кусок кала какого-то. Но нет, пройти этот поединок можно, не то чтобы он сложный, но как кусок говна, как будто бы выстроили непонятно что. Ладно, хорошо, допустим. Допустим, я с этим как-нибудь смирюсь. Я как-нибудь пройду этот поединок. Но все равно, я думал, будет сейчас легко, до 180-го без проблем пройдем и застрянем там на каком-нибудь 184-м. Да не тут-то было. Игра решает все за нас. Так, давайте, наверное, заберем еще 40 душ. И уже тогда завтра я, наверное, все-таки два набора открою. Ладно, я сам потом заберу. Давайте все-таки набором К11 откроем. Тут, может, что-то интересное будет, кто знает. Поэтому надо бы посмотреть определенно. Надо бы оценить всю проблему того, что сейчас будет. Потому что не ясно, выпадет ли здесь алмазная карта, либо она не выпадет вообще, в принципе. Поэтому все-таки нужно проверить. Стоящий набор. Должен быть стоящий набор. Я натерпелся от 171-го поединка, поэтому здесь все будет хорошо. И пронизывающая Мелина. Вот выпал бы Джейсон Вурхис какой-нибудь, это так бы было классно на деле. Я не знаю, выпадает он отсюда или нет, но шансы-то есть какие-никакие, наверное, на выпадение Джейсона. Хотя бы любого. Потому что Кана там, если прокачает две штучки, то, в принципе, пройти можно будет. Ой, здесь набор преисподние старшие боги. Лучше бы я его открывал. Здесь шансы тоже есть неплохие на выпадение алмазки. По 5% на достаточно интересные алмазные карты. Ну ладно, ладно. Он снова, кстати, появился. Его снова открывать можно будет. Поэтому плюсы есть. Советую тем, кто МК-1 из персонажей качает. Я вроде даже здесь кого-то вкачал был в этом наборе. Поэтому все-таки плюсы имеются. А на этом все. Вот такой вот видос получился. Да, все-таки проходим потихоньку мы смертельную башню. На 50 с лишним поединки я там на обычный. Но пока, опять же, такой движ довольно-таки непонятный мне немного. Поэтому будем смотреть, как дальше будет продвигаться аккаунт. Все-таки третий месяц, как-никак, ну, должен быть добит. Потому что я хочу за 3 месяца посмотреть, насколько сильно у нас получится развить этот аккаунт. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.